Инцидент произошел днем 27 февраля. Мошенницы выбрали жертву на улице. Ей оказалась жительница Бердска. В ходе разговора преступницы сообщили, что видят на горожанке порчу, и предложили ее снять. Бердчанка согласилась, а целительницы обманом получили от нее денежную сумму в размере 172 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники оперативно задержали приезжих женщин. Теперь обе подозреваемые в уголовном деле о мошенничестве. Преступницы возражали против избрания меры пресечения, отрицая свою причастность к этому преступлению. Как сообщили в Бердском суде, подозреваемые не имеют постоянную регистрацию в Бердске и источников дохода. Поэтому суд избрал меру пресечения, связанную с лишением свободы, сроком до 27 апреля 2023 года.